Всем привет, мои дорогие! Отличного вам настроения! Покажу сейчас вам свой ассортимент. Новенькое кое-что покажу. Сегодня делала свечи. Свечи делала в форме ангелочков. Ну, сейчас оцените, как получилось. И, знаете, мне понравилось. Ну, это я за себя, да, говорю свое мнение. Я думаю, что вот нужно определиться на каких-то нескольких цветах, чтобы их было не слишком много, чтобы вот в таком вот, вот в такой форме я могла их делать, скажем так, на потоке. Вот. Ну и выставить, соответственно, собираюсь на Озон. Возможно, сегодня вечерком сяду уже и выставлю. Вот. Сейчас вам покажу. Также букетики новые сделала. Букетики делала не сегодня, букетики вчера сделала. Сегодня занималась свечами. И свечами не только формовыми, но еще и контейнерными. Сейчас все покажу. Тут у меня, вот видите, угол уже освободился. Здесь было полностью все заполнено. Вечерами сижу, покрываю лаком, крашу, в общем-то, все это довожу, скажем так, до финальной стадии. Ну, а здесь вот то, что у меня есть. Новые появились у меня шкатулочки. По-моему, я вам даже их не показывала как-то, может, в отдельном видео показывала. Вот такие вот шкатулки. Они как вот в черном цвете, да? Они классно смотрятся. Вот они мне очень нравятся, шкатулки в форме сердца. Знаете, сейчас уже вот не так четко, не так ярко видно, потому что уже вечером решила снять. Надо было утром, но да ладно. Вот. А здесь тоже шкатулки с поталью золотой. Тоже девочки в комментариях бывают спрашивают в ВК, чем... Что за пигмент у меня? Это не пигмент, сверху изделие. Вначале я покрываю черным грунтом укрывающим, затем акрилом, акриловой краской, и после чего уже лаком. Здесь матовый лак, и вот как раз-таки матовый лак, как мне кажется, он лучше всего вот ложится на такие шкатулочки. Так, здесь шкатулки... Они вот, кстати, вот эти шкатулки не крашеные. Это просто покрыты они лаком. Тоже матовым. Ну, они вообще такие классненькие, да? Вот. Я все это, ребята, выставила на Озон. Поэтому, если нужно, вы пишите, спрашивайте. Я ссылку вам в личку пришлю. Пишите мне в комментариях. Можете в ВК сразу писать. Можете писать в комментариях, можете писать в личное сообщение, то есть я всем отвечаю. Ну, если где-то что-то пропустила, это комментарий бывает, могу пропустить, но на личные сообщения отвечаю всем. Так, что здесь? Никак я вот не сделаю, ребята, вот эти вот шкатулки с серебряной поталью, все собираюсь, и не доходит никак у меня до них руки и очередь, ну никак не доходит. Так, здесь вот ходовой товар, это белые ручки. Всем они нужны. Так. И девчулечки. Так, а здесь вот свечи, которые я делала сегодня. Нет, надо их, знаете, вот сейчас я их сейчас поставлю, чтобы вам показать. Пока вот это вот сюда. Мои тут записочки. Пойдемте, я вам покажу. Так. Так, вот они свечи. Стелек убежал. Вот в таких вот трех цветах я сделала сегодня. Это вот, кстати, была первая свеча. Я не там сделала разрез на форме. А затем уже вот так вот теперь делаю. Ну, я как бы не знаю. Тоже, в принципе, ничего. Вот. Думаю, что, наверное, сделать еще нужно в других цветах. Либо же на поток все-таки можно будет пустить вот такого ангелочка, да? Не знаю, как по мне, так они все симпатульки такие. Камера не передает. Вот надо, может быть, свет поярче включить, не знаю. Также сделала еще вот такие ароматические свечи. Вот они, красавчики. В шкатулочках. А это у меня слоники давно уже стоят. Вот в этих цветах я не выставляла, ребята, на Озон. Поэтому, если кто-то хочет, так забирайте. Их всего у меня вот два. Поэтому я не вижу смысла их выставлять.
Вот, я такие сейчас не делаю. То есть это вот два слоника, два красавчика. Серебряные были, но я их уже все продала, он тоже один остался. А в желтеньком цвете вот тоже, я его только и сделала один. Одного, точнее, вот. Вот так вот. Ну что, какой лучше? Сложно определиться. Это тоже ароматические свечи. Они все пахнут. Тут очень ароматно у меня. Так. Что еще вам хотела показать? Букетики, да? Давайте посмотрим подробненько. Три одинаковых букета. Я их поставила сюда. У меня отсюда вот букетики. Пока еще не уехали на Озон. Как уедут все, тогда сюда эти отправлю. Вот такой один остался, было тоже три. Таких два. Вот так вот, ребятки. Здесь свечи. Вот эти свечи тоже, которые вверху, они выставлены на Озон. Можно их заказать. Почему-то вот такие вот наборы заказывают. Вот именно вот в таком цвете. Я не знаю почему. У кого-то интерьер дома подходит. Ну, не знаю. Вот. Нужно делать, конечно, еще наборы в других цветах. Нужно все это расширять и делать больше. Конечно же, нужно, но времени на все не хватает. Я и так стараюсь как-то, знаете, постепенно все это делать. Не помню, вот эту вот вазочку. Вот такими их, кстати, несколько, где они еще. А, еще они у меня сохнут на окошке, по-моему, стоят. Сделала вот несколько штучек. Да нет, вот, по-моему, еще внизу стоит. На окошке нет. И получается... Так, это вот, кстати, просто нужно вытереть. Здесь краска не слезает, тут все нормально. Вот эти вот вазочки я тоже выставила на Озон по одной штучке. То есть вот эти вазы, они не только для сухоцветов. Чтобы вы понимали, я сейчас вам покажу, да. Вот, к примеру, сухоцветы мои. То есть они не только для сухоцветов, но они еще как бы как диффузор могут выступать. То есть аромат можно создавать как угодно. Нужно мне все это отфоткать. Не знаю, сегодня уже не буду я это, скорее всего, фоткать, потому что, ну, вечер, как я и сказала, нужно все это при таком естественном освещении, плюс еще добавить можно освещение, в общем-то, нужно повозиться будет, чтобы все это отфоткать. А здесь у меня позади, вот за цветочками, неудобно одной рукой, тут все зайки у меня стоят. Эти зайки, кстати, тоже они продаются на Озон, их можно использовать как раскраски деткам. То есть, допустим, по-моему, по 5 штук я их выставляла. Нет, у меня есть там наборы по 5 штук, а есть, по-моему, по 2. Если не ошибаюсь, не помню, вот честно, ребята. Но, в общем-то, вот эти зайки есть точно на Озон. А есть они как статуэточки в раскрашенном виде. Где моя статуэточка? Они такие милые. Так, пауза, ребята, я так не достану просто одной рукой. Вот как статуэточка это выглядит, вот так. То есть он с глазками, лапки у него, носик тут раскрашен. То есть это уже все. Вот эти изделия, которые статуэтки, они покрыты сверху лаком. Здесь матовый лак. Не окрашены, то есть краской я не красила, просто сделаны из гипса. В гипс я добавляла диоксид титана. Сверху лак матовый. И вот видите, ну, перед тем, как покрыть лаком, красила глазки, вот делала. То есть вот такие зайки есть. По-моему, такие, кстати, там пару штук только осталось. А остальные вот такие вот наборы в качестве раскраски деткам. Пока зайку вот сюда поставлю. Не хочу туда лезть. Вот. Вот эти вот органайзеры я так и не выставляла. То есть это так, знаете, я уже их и забыла даже давно. Не выставляла фоточки этих органайзеров. Может, нужно их отфоткать, конечно. По-моему, как белый еще, знаете, делала, белый фоткала. А вот в разных цветах я даже не фоткала и не выставляла никуда. Называется, сделала, да, и поставила.
Вот, может быть, нужно, конечно, их отфоткать, хотя бы в ВК выложить, но вот так вот. Вот, все вам показала вроде бы. Что-то из новенького показала, что-то из старенького. Что-то пополняю, стараюсь пополнять ассортимент. Недавно меня удивил, конечно, честно вам скажу, удивила покупка на Озон букета. Вот чего уж не было никогда, так это вот этого. То есть купили, получается, перед Пасхой букет. Ребята, я в шоке была, честно. Кстати, я еще назад его не получила. То есть он едет назад, это возврат. Нет, не подумайте, он мне не понравился. То есть он понравился, все отлично, букет красивый. Но букет, кстати, пасхальный, здесь такого нет. Он был, по-моему, даже в единственном экземпляре. Да, один он там был зайкой. Вот, и этот букетик едет назад. Знаете, почему? Ну, я-то понимаю, почему он едет, но в комментариях написали, что он постоял, то есть, представьте себе такую ситуацию, он постоял дома, ребята. Он постоял дома у покупателя несколько дней, я не знаю, сколько там он постоял. Ну, то есть, еще перед Пасхой заказывали. И получается, потому что написали в отзыве, что никогда не догадайтесь, знаете, показалось, что мыло посветлело, потому что букет стоял, по-моему, на солнце. Ну, в общем, как-то вообще такой нелепый комментарий. Представьте, мыло поставили на солнце, оно постояло, и он начал вроде бы зайка светлеть, то есть там зайчик такой, ну, вы поняли, вот такой зайчик, только он, по-моему, розовый, там зайка раскрашенный, это из мыла сделан. В центре букета. И вроде как зайка начал светлеть. Ребята, я в шоке. Честно вам скажу, я вот в глубоком шоке. Он начал светлеть. То есть он постоял дома. Мне хочется сказать, ну, надеюсь, вы им еще руки не успели вымыть. Ну, то есть это вот, понимаете, такая нелепость. Я понимаю, там бывает, знаете, что-то не доезжает. То есть какой-то набор бывает, как ни стараешься его упаковать, он где-то бывает, что он там трещина какая-то, да, или что-то откололось, потому что, ну, доставка это отдельная тема. Здесь возврат, ну, я понимаю, да, почему он произошел. Но здесь вот я не понимаю. Я не понимаю. Такая нелепость. То есть с букетами такого вообще не было, как бы, чтобы кто-то купил и назад потом букет вернул. Это просто вот бред. Ну, такая ситуация. Я его еще, кстати, по сей час не получила. То есть он как возвратом едет, так где-то там застрял. Соответственно, я понимаю, что тот букет уже можно будет смело просто-напросто выбросить. Почему? Потому что, ну, повторно, разумеется, продать такое своим покупателям я не смогу. Поставить у себя, ну, во-первых, я уверена, что он придет полностью в разбитом состоянии, потому что это гипс. Он тоже, кстати, в кашпо. Здесь я упаковываю очень тщательно, то есть я вначале упаковываю пленкой, затем в пупырку, все это в несколько слоев, там в коробку потом, ну то есть все как бы вот тщательно. Но я не думаю, что кто-то там будет так тщательно упаковывать назад, и я не знаю, что там происходило с этим пакетом. Ну вот я вам рассказала, в общем, такую ситуацию. Кто-то скажет опять, что, ну, странно, дико я удивляюсь. Но нет, на самом деле я адекватно удивляюсь. Дело в том, что я понимаю, да, возвраты у меня были. Я вам уже сказала, потому что, ну, где-то что-то может отколоться. То есть мне присылают фото, да, я вижу, что там откололось, ну, как бы без проблем, ну, что делать? Потому что Озон, ну, конечно, за это плачу опять-таки я. Это вот мне, кстати, непонятно, при чем здесь моя вина, если откололось по вине доставки, да? Тоже отдельная тема. Ну да ладно. Так не только у меня, так у всех. Но с букетом меня вообще удивило, конечно. Удивило. Все, мои дорогие, все вам показала, все вам рассказала. Надеюсь, со свечами такого недоразумения не произойдет. И свечи в целости и сохранности будут доезжать до моих покупателей. Все. Я желаю вам всем отличного настроения. Всем пока-пока.